сообщает ТАСС, что противников России Путин недоумками назвал. Потому врагов России внешних по ей нанесению ущерба, вреда, не исполнятся задумки. А я с пониманием постоянно клипы загружаю на мой YouTube-канал, что русскую пословицу «когда хвосте начало, то в голове мочало» никогда понять не смогут все в мире недоумки. С утра и до вечера, как сейчас, потому что делай, что должен, и пусть будет, что будет.